подводим итоги этого матча с главным тренером команды Амур Хано Йортика. First question, I see you was very angry after the match. What happened? What do you think? Yeah, because I think maybe this is a Wild Western. You understand what I mean? Вот I must translate. Мистер Йортика, я спросил его о причинах его недовольства после матча. Он сказал, что эта игра была похожа на какой-то дикий запад. So I think you talk about the referees, yes? Yeah, but in this league it's not possible to speak about referees. That is penalty. And I am not so rich man that I can say something. Ну вот на вопрос о судействе господин Йортика не стал отвечать, сказал, что в этой лиге запрещено комментировать судейство, а я не такой богатый для того, чтобы выплачивать потом штрафы. Окей.